поселке Ильском прошла выездная приемная администрации Северского района с участием заместителей главы муниципалитета, руководителей, специалистов различных служб и ресурсоснабжающих организаций. Около 40 ильчан получили ответы на интересующие их вопросы из области ЖКХ, медицины и благоустройства. Я обращалась по поводу деревьев. Деревья очень высокие на нашей улице и возле наших домов. Я обращалась, знаете, к вопросу о нашем перекрестке. Там была площадка около рынка, потом там остановка. И вдруг появились эти вот здания, остановку половину закрыли. И с этой, в общем, нам лично, вообще, я разговариваю с людьми, нам не нравится. Ждем, когда же это все уберется. Оказывается, идет. Уже процесс идет, и будут убирать. О работе врачей Северской ЦРБ, нехватки врачей и оборудования. А вот Светлана Суркова решила воспользоваться возможностью и обратилась сразу к нескольким специалистам. Непонятен для женщины нынешний расчет оплаты за твердые бытовые отходы. Уверена, что многие просто не набирают указанный объем и платят за воздух. Очень главный вопрос по поселку Ильскому – это частный сектор, откачка септиков. Если в том году у меня одна машина выходила 1500. В феврале я начала искать, дали номер уже не ильских, а северских. Северские предложили за 3000, я была немножко так удивлена, думаю, может что-то наладится. То сейчас уже и северским запрещено работать по Ильской, только холмские. Сумма холмских 9000. По всем поступившим вопросам людям дали разъяснение. Следующая выездная приемная пройдет в поселке Черноморском 26 июня в 16:00 в здании местного Дома культуры.